наступила у нас зима. Сегодня ночью он минус 9 было. Машина остыла, несмотря на подогревы. Загорелась лампочка о том, что батарея очень холодная. Значит, сразу скажу, что эта лампочка в ЕНВ существует, а в Лифе ее нету. На штатной батарее эта лампочка загорается примерно, когда батарея охлаждается меньше, чем минус 13, а вот когда на перепаке и на химии NMC, эта лампочка загорается на меньше, чем плюс 6 градусов. А у меня батарея охладилась до 1 градуса. Но не про это видео, а видео про то, что вот такое вот интересное наблюдение. Вот здесь вот есть потребление, которое прочее, и у меня оно сейчас почти 1,5 киловатта. Можно подумать, что это я включил все потребители. Там, вот я выключаю дворники, выключаю подогрев заднего стекла, выключаю печку, выключаю фары, и остается примерно 720 ватт. Смотрим, сколько остается по лифтспаю. Остается 700 ватт. А обычно должно оставаться, ну, подогрев руля еще выключен, но они не влияют, и подогрев сидений. А остается обычно 300, то есть плюс 400 ватт откуда-то не возьми взялось. Мною замечено такое было еще в том году зимой, и наблюдается это тогда, когда батарея остыла, то есть загорелся синий кружочек, вот это синий температура, и включен подогрев внутренний, то есть машина-то знает, что внутренний подогрев. Вот, и получается, что выводится вот такое потребление. Плохо, что оно не выводится всегда, когда включен подогрев, ну, по крайней мере, хоть как-то. Значит, обсуждал я с одним умным человеком, реально ли это измерение мощности, или это просто такое номинальное. На самом деле это номинальное, то есть нет ни одного датчика, который может измерить даже подогрев, который был бы в батарее штатной, типа там в норвежских или в польских ЕНВшках бывает подогрев батареи. Итак, если еще раз все включить, все отопители, все потребители, здесь почти 1,5 киловатта, вентилятор сейчас на максимум работает. По лифтспаю сколько это? По лифтспаю это прочее 1400 ватт. Вот такой вот рекорд. Я думаю, что на лифах штука тоже должна быть каким-то образом проявляться. Ну вот, на лифе я еще такого не видел. Собственно, вот и все, что я хотел сказать. Как только батарея прогреется выше 7 градусов, пропадет вот этот сигнал, и эта штука пропадет.